Ну вот наступил конец августа. Время сбора урожая. Вот сейчас покажу, что получилось на экспериментальной грядке помидоров. Вот я вот такусенькими их высаживал, вот такусенькими вот в середине июня. Вот такие они были у меня, только посвежее, позеленее. Это вот чудом остался один росточек. Я их высаживал в открытый грунт. Сейчас 30 июня. Вот такие они у меня маленькие. Вот я просто хочу проэкспериментировать. Дадут они плоды или нет? Успеют они дать плоды или не успеют? И вот прошло лето, и посмотрим, сколько получилось у меня с этой экспериментальной грядки. Напоминаю, что здесь у меня все ростки больные, недоросшие, слабенькие. Я их обычно выбрасываю, а в этом году решил посадить. Так, ну все, этот ящик убираем. Он до следующего марта нам не пригодится. И начинаем потихонечку сбор урожая. Ну вот, набралось почти пол тазика. Тазик 9-литровый. Это я еще 4 куста только собрал. 4 кустов собрал. Тут еще у меня тут 3 разных сорта. Вон больные. Кустики желтые уже. Вот тут еще цветут. Помидоры еще цветут тут. А вот и результат. Вот получился вот только вот такой таз. 9-литровый таз. Сколько килограммов здесь, я не знаю. Ну, килограмма 4-5, наверное, есть. И вот, ну, почти 2 таза. Да, 2 таза получилось. Потому что мы уже кушали красные. Штук 10, 15, 20, может быть. Съели уже красных. Вот. То есть попадаются и вот такие смешные помидорки, и вот такие. Все почему? Потому что все эти кустики были слабенькие, больные, которые обычно я выбрасываю. Вот в единственный раз в этом году я решил их высадить в середине июня в открытый грунт. Вот что получилось. У меня есть видео, где я показываю, как я высаживаю эти маленькие томаты. Видео за июнь. Там, если кому интересно, можете посмотреть, как я высаживаю малюсенькие, вот такие вот такусенькие всего лишь саженцы помидор в грядке. В грядку. Вот. Ну, что сказать. С больной овцы хоть шерсти клок. Это из этой серии. На салаты, может быть, эти помидорки не подойдут. Но на жареху жарить и с яйцами, там сделать какие-нибудь кетчупы вполне сгодятся. В общем, вот так.